Всем привет! Вот совершенно недавно у нас установили очень интересные аппараты по приему пластиковых бутылок. Денег там не заработаешь, но зато можно получить что-то интересненькое. Я решила попробовать сдать бутылки и хочу это сделать вместе с вами. Так скажем, поддержим вместе окружающую среду. Вот такое количество у меня накопилось за неделю. Здесь не очень-то много, но сколько есть. Вот, так что сейчас поедем вместе, покажу вам этот чудо-аппарат и будем сдавать бутылки. Всем приятного просмотра. Ребят, я уже стою на парковке у как раз того торгового центра, где и находится чудо-машина по приему пластмассовой тары. И я уже, наверное, сижу здесь 5 минут и никак не могу решиться туда пойти. Реально, аппарат установили совершенно недавно, и мне кажется, люди на меня будут смотреть на какую-то такую странную девочку с большим пакетом бутылок, гуляющей по магазину. Ну, дикость, правда же, да? Тем более до аппарата нужно идти, ну, где-то, наверное, половину торгового центра, и он находится прямо в такой оживленной части как раз, где вход в большой магазин. Ну, ничего, я думаю, что мы это вместе с вами все преодолеем. Так, бутылочки лежат вон на соседнем сидении, ждут своей участи, бедолажки. Ничего, сейчас пойдем и сдадим. Та-дам! Я уже дошла до бутылоприемника, и проблема оказалась в том, что его установили прямо рядом с банкоматом. И как назло, просто куча народа снимает деньги, прям нескончаемый поток людей идет к банкомату. И, соответственно, не очень удобно записывать видео за их спиной. Все косятся на меня, как на жулика какого-то. Так, ну что, немного о самом аппарате. Интересная такая машина, стекло тару не принимает, только пластик и жестяные баночки. Очень прост в использовании, и процесс приема полностью автоматизирован, что очень круто. Бутылки самому сминать не нужно, аппарат это сделает за вас. Так, берем бутылку, вставляем ее в специальное окошечко. Затем нажимаем на кнопку, и после этого на экране появляются на выбор три вида различных вознаграждений. Плюс один к карме, то есть просто спасибо, отдать 10 центов на благотворительность или возможность выиграть ваучер на 100 долларов. Я сегодня буду меркантильной и выбираю участие в конкурсе. Нажимаем и получаем специальный талончик. Ну что, я уже дома, и вот это талончики, которые я получила за сдачу бутылок. Каждый из них дает шанс выиграть 100 долларов в местный театр. Так как у меня 4 талончика, соответственно, 4 шанса на то, чтобы выиграть ваучер. Осталось только зарегистрировать их онлайн и надеяться на удачу.